В Москве неизвестные похитили памятник Евгению Леонову. Скульптура всенародно любимого актера была установлена на аллее кинозвезд на Мосфильмовской улице. Автор изваяния изобразил Леонова в роли легендарного доцента, героя картины «Джентльмена удачи». Причем, как утверждают знатоки, бронзовый образ был настолько точен, что на руках доцента даже можно было разглядеть татуировки. Пока найти памятник стоимостью около 160 тысяч рублей и тех, кто его унес, не удалось. След злоумышленников, который взяла поисковая собака, оборвался в конце Мосфильмовской улицы. В полиции считают, что, скорее всего, там злоумышленников поджидала машина.